Здравствуйте, в эфире информационная программа «Мыски сегодня». В студии Ирина Лубина и главная тема выпуска – газете «Углегорские новости. 70 лет». Мы поздравляем коллег печатного издания, желаем интересных событий, новых впечатлений и замечательных материалов. Вы обеспечиваете своих читателей новостями, неиссякаемой энергии вам и оптимизма. Далее репортаж в честь юбилейной даты «Углегорских новостей». Привет, Сахалин! Поздравляем с юбилеем газету «Углегорские новости». Я Зайков Никита, корреспондент российской газеты в Новосибирске. А я Лилия Ткаченко, директор медиа-центра Новосибирской епархии. Поздравляем с юбилеем и желаем вам побольше подписчиков, побольше хороших новостей, щедрых рекламодателей. И, конечно же, творческих успехов и талантливых журналистов. Пока! С юбилеем! Коллеги, передаю вам привет из дождливого Питера. Меня зовут Анастасия Сирина. И я поздравляю газету «Углегорские новости» с юбилеем. 70 лет – вот очень весомая дата, и я думаю, уместным было бы пожелать вам ее удвоить. Всего хорошего и продолжайте работать в том же духе. Как известно, стабильность – признак мастерства. Меня зовут Роман, я из Красноярска. Я поздравляю «Углегорские новости» с юбилеем и желаю журналистам больше интересных тем, больше интересных сюжетов и творческой свободы. Привет, я Константин Шелихов, практически ваш коллега из города Барнаула. Поздравляю газету «Углегорские новости» с юбилеем и желаю всегда быть принципиальными, честными и отстаивать интересы трудового народа. Пока! Меня зовут Максим Балуев, я представляю Степногорскую региональную газету «Престиж», город Степногорск, Казахстан. Я хочу поздравить газету «Углегорские новости» с 70-летним юбилеем и пожелать больших тиражей, верных читателей, ну а коллективу газеты острых, интересных, злободневных тем. С юбилеем, дорогие коллеги!